Всем привет! Сегодня у нас будет обзор на пятого некроса, которого я прокачал и которого я нигде не использую, потому что, как по мне, он беспонтовый. И вам качать его не особо советую. Если вы смотрели предыдущие видео про некросов, там есть намного лучше некросы, и они себя показывают очень кайфово во всех локациях. Ну, давайте сейчас я вам покажу этого. Он уже 12-12, на нем стоит ожог 8-8, имеет 50% шанс наполнения невосприимчивость к атаке противника. Я вам скажу, что это талант ему не заходит. Такой талантик хорош там Ронину. Он пропадает, появляется, сразу срабатывает ожог. А здесь же умение некроса и сам талант не всегда совпадают. И из-за этого он сливается. Это фактически просто голый некрос без таланта. Смотрите, мы ему поставим сейчас, уже поставили слоника. Будет у него меч молнии, шанс уклонения 15%. Плюс от слона получается у него еще 30%. Победный выпад стоит, и со созвездиями у него стоят все уклонения. То есть, по сути, он должен хорошо держать удар. По нем должны миссать, не попадать. Но сейчас проверим это в рейдах. Вы сами все увидите, насколько это говняный талант для него. Давайте тут начнем. Ну, тут тащит. Хорошо. Тут герои там не особо прокачанные. Затащил, считайте. Смотрите, что хранитель сейчас с ним сделает. Это называется некрос собранный. Видели, как просел? Собранный на уклон. Его фактически хранитель один на один разобрал. Следующий. Так, ну тут вроде поинтереснее противник будет. Вальтор есть. Вроде какой-то донат есть. Если выживем, конечно. Никто не выжил. Блин, ворожей не подхилил вовремя. Вот, ворожей. Видите, уже половину жизни у некроса просто нет. Ну не знаю, ребят. Вы сами все видите. Просто ушатал. Другие, например, некросы намного универсальнее. Тут слабенький противник. Ну, по шкале видно, что он проседает, по нем попадают, у него не срабатывает умение так, как оно должно работать. Вот его череп опять шатает. Все. Это он собран на максимальное уклонение, что есть. Ну, я не знаю, что ему еще можно сделать. Давайте просто поставим ему место уже вместо этого. Я даже сюда поставил, чтобы срабатывала отражалка. Давайте поставим его вот так, заменить, поставим ангела. Поставим его кубок жизни. Поставим утекание. Возможно, в такой сборке он хоть лучше будет себя показывать, но как видите, максимальное уклонение и его ожог, ну, никак не сочетается. Плюс там слоник стоит, ну, не знаю. Вообще говно. Тест номер 2. Ну, просто проседает. По нем как попадали, так и попадают. Его ничего не спасает.
Рино Хранитель. Ну, точно так же. Просто его сливают. Ну, даже не скажешь, что это Некрос, там топовый какой-то герой. Но его просто шатают. Не знаю. Как по мне, говнище полное. Давайте протестируем его на турнире. Ушатали. Просто ушатали. Смотрим еще. Хотя по нему урон не должен проходить, но смотрите, что у него. Его просто шатают. Попадают, как раньше попадали, так и попадают. Ну, я даже не знаю. Просто жесть. Так, может, у меня там в королевской битве кто-то отбил алтарь? Сейчас посмотрим. Не, никто не отбил. Так, это мы сейчас заберем. Давайте посмотрим на него на волнах тогда. Волна Аджей. Просто ушатался. Ушатался на первой же волне. Ну как так? Ну я даже не знаю, что вам сказать. Сами все видите. Так, на волнах он никак. Давайте еще поищем в топе. Даже, честно говоря, не вижу смысла дальше его тестировать на остальных локациях, потому что сам по себе, как видите, герой полное говнище. Просто талант не его. Возможно, тут что-то изменится. Ну нет, посмотрите, все. Просто как будто герой без таланта. Такое ощущение, что даже еще хуже в два раза. Ну даже не знаю. Просто говно. Не знаю, что они там фиксили. Или фиксили они вообще что-то с ним. Но по сравнению со всеми накрасами, что у меня есть, я не зря его не использую, он просто пылится в алтаре. Бредняк полный. Давайте еще топа кого-то найдем. Моторчик. Что тут у него? Бигфут стрелок. Ну давайте попробуем отсюда залететь. Ну вот смотрите, что все. Половина жизни нет. И попадают, и убивают. Ну, шатают, просто шатают его. Да. Вот такой вот обзор. Даже не обзор, я сказал, а просто главный герой. Хоть он и донатный, но с таким талантом он себя вообще никак не показывает. И не качайте его, даже не спешите кому-то ставить там ожог, потому что кто-то поставил там и рассказывает, что ожог. Ожог подходит Ронину. Это да, ожог подходит там душегубу. Но это тоже чисто по фану.
Не ставьте ожог героям, которые, ну, просто будут у вас сдохнуть. Вы просто потратите зря кулаки и просрете. Ну, не то, что вы не просрете, вы сможете переролить, но зачем тратить там 20 с чем-то тысяч кулаков на бесполезный талант, и который себя вообще никак не оправдывает. Да, так вот, я, честно говоря, даже больше удивлен, наверное. Я ожидал все-таки чего-то там, не знаю, хотя бы хоть что-то он показал. Он уже со скиллом 12-12. На нем уже атрибуты выше, чем у остальных. И его просто тупо сливают, как какое-то мясо. Ну, просто дичь полная. Все, не знаю, делайте выводы сами. Вам показал, доказал, что это говнище полное. Всем по Некросу, только с нормальным талантом. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Комментарии ваши читаю. Не отвечаю, потому что времени особо нет, но все стараюсь читать. Всем пока, подписывайтесь еще разок. Все равно герой говно.